В рамках всероссийского конкурса «Лидеры России» прошла образовательная игра «Битва управленцев» между выпускниками брянского филиала «Ранхикс». В игре с инновационным бизнес-стимулятором приняли участие команды из 100 человек. Каждая из них создавала свою потенциальную фирму и занималась ее развитием от самого начала до продвижения на рынок. Они соревнуются с себе подобными, то есть в виртуальном пространстве, на рынке все бьются за то, чтобы продать продукцию, ну как в жизни. И вот эта игра, она очень четко выявляет как бы таланты. Студенты разрабатывали план для вымышленных фирм. Эту работу оценивали уже не вымышленные, а реальные работодатели. В этом и уникальность проекта. Мне очень важно наличие стратегического, аналитического мышления. Немаловажен командный дух, умение работать в команде, в коллективе. 300. В Брянске подобный конкурс был проведен впервые. Благодаря такой практике выпускники Академии смогли погрузиться в мир бизнес-среды. Здесь можно проявить себя, показать свои знания уже на практике, понять, что необходимо, выяснить для себя какие-то, может быть, проблемные моменты, над чем стоит поработать. Организаторы «Битвы управленцев» отметили, что конкурс призван определить степень готовности к реальной работе. Мы верим в то, что это будет полезно и нашим работодателям и нашим студентам, в том числе как возможность трудоустройства в ближайшей перспективе после получения диплома о высшем образовании. Конкурс «Лидеры России», утвержденный комиссией при президенте Российской Федерации, пройдет еще в 8 регионах страны и отныне обещает стать ежегодным. Елизавета Зеленина, Анатолий Чекрыгин, «События Брянск».